Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я испеку, значит, духовочки, мясные кексики. Здесь у меня большую я взяла миску. Здесь у меня фарш смешанный, где-то примерно чуть больше 600 грамм. Сюда я порезала по луковице, не стала я ее натирать, я ее просто мелко порезала. Значит, дальше, что у нас идет? Разбиваю сюда одно яйцо куриное. Так, потом у нас идет соль, подку соли, дальше у нас идут приправки. Здесь я взяла для фарша приправу. В общем, можете любую приправу. Кашу маслом не испортишь, да что-то она. В общем, надо такое ощущение, что быстро использовать надо уже. О, хорош. Хорош, хорош. И я взяла маленькую мелисунели. У нее тоже такой запах специфический, резкий. Поэтому я ее немножко насыплю. Следующим номером нашей программы идет. Здесь я замочила. Что у меня тут? Я что-то замочила там. Уж не знаю, что замочила. Ну, в общем, у меня хлебушек, батон. Ну, в общем, это не батон, это тостовый хлеб. Он маленько сластит такой, кругленький. Я его замочила. Не помню, сколько этих кругляшков. 5, наверное, в молоке. Я его не стала отжимать, и молока у меня здесь немного, поэтому он даже все молоко впиталось. Я его не буду отжимать. Я сюда же это все закину. Так. Вот. Дальше у меня идут сливки. Здесь 200... В общем, 200 грамм сливок. 20-процентовых. Тоже сюда же все это дело вливаю. Ой, сливочки. Так. И добавляю я в конце еще манки. 80 грамм манки. Так вот высыпаю, беру нашу ладошку и перемешиваю все это. Вот это вот все. О. Сейчас я это перемешаю, это все накрою вон, и уберу в холодильник на час. Ну, полчаса, час, вот так вот. Сколько времени есть. И она маночка еще подбухнет такая и не будет так жидко. Вот. Потом дальше покажу, что будут делать дальше. Наши действия. Ну, сейчас накрою вот этот вот. Видите, что получается. Оно потом еще загустеет. И в холодильничек. Так хорошо вымешаем это все. Вкусняшка будет, дорогие мои. Духовочки запекем. Красота. Ну, все. Накрываем. И в холодильничек. Вот так вот. Вот так. И все, холодильник. Ну все, фарш у нас постоял целый час. О, какой стал. Хороший. Еще раз перемешаем его. А у меня духовка, я включила духовку, чтобы греется. В общем, перемешаем фаршик наш еще хорошо, прямо прихорошо. И формочки. У меня тут силиконовые, они удобные вообще, формочки такие хорошие, силиконовые. Я тут, сколько у меня тут, 8 штучек. Будем накладывать. Сейчас я их разложу, а потом товарный вид им сделаю. Хорошо, прямо посмотрю, что и как у меня будет. Так. Пока так, по-быстренькому.
Сейчас. Ну, ложим. Надо все этот фаршик разровнять, выложить. У нас 8 формочек. Будем все раскладывать. Выкладывать. Ну что, поехали. Да, ума доводить. Вот так вот. Где у нас там еще немножко? Будет множка. Осьминожка. Разровняем. Верхушечки-то. Так. Так вот. Каждую. Ну, прямо хорошо у нас на 8 формочек. Будет у нас все окей. Еще у нас тут формочка. Так. Вот. Еще там одна салатного цвета. Вот еще. Вот прямо мало. Так, это бью. Опа. Все, сейчас разровняем. Ну, это уже как получится. О, и вот это тут у нас еще тут. У тебя, конечно, разровняем, как положено. Так, убираем в сторону. Ой, упала. Так. Ставлю на листик бумажку. Оп. Вот так вот. Оп. Ух ты, ёлы-палы. Палы-ёлы. Так. Ох ты. А мы вот так. А мы вас вот так. Так. Пошли. А, ну так как-то нравится. Ну все, нормалок. Да. И в духовку на 180 градусов. И до готовности. А? Она уже нагрелась у нас. Дочка наша. И вперед. Все. Ждем до готовности. Все, наши кексики уже готовы. Я их тащила, они у меня остыли. О, правда, сверху не казистые такие получились. Какие-то они умыли. Кексики. Сейчас я их выложу. А раз они приостывшие. Вот красивую такую. А хорошо, они уже готовые. Пропеченные, я имею в виду. О. Так, девочки мои, потеснимся. О. Так. И мы вас украсим кетчупом. Можно хоть чем украсить. Что у кого есть, чем украшать. Просто я вот так вот делаю. О. Оп. Можно порезать свежие огурчики, помидорчики. Можно консервацию, у кого что есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо. Что хотите? Что вашей душе угодно? Ой.
бараночки, кренделечки. Вот такие какие-то у нас. Такие вкусняшки получились, дорогие мои. Попробовать. Мариночка. Сейчас я возьму ножичек и вилочку. И отрежем. Попробуем. Что у нас в итоге получилось? Надо же посмотреть. Вот так тебе отрежем. О. Так. О. Видите, какое мяско нежное. Ну, так, поехали. Нежное, мягкое, вкусно. Так что готовьте. Всем приятного аппетита, дорогие мои. Спасибо, что заходите на мой канал, смотрите, поддерживаете. Всем пока-пока. Мы с вами не прощаемся. До новых встреч.